Девочка, мой любимый, ты мне в первой серии магии говорил, что в этом проклятом лесу только оборотни водятся. Да я бы лучше стаю оборотней бы встретил, чем вот этого снежного голема ненормального. Это ты почему мне ничего не сказал, что там снежные големы существуют? А я знал, я знал, я сам этого черта снежного впервые вижу. Так это вообще просто дурдом-то какой. Это какая серия магии-то по счету? Третья или четвертая? Вот Шурик, я к такому точно не готов. Меня ни жизнь к этому не готовила, ни ты меня к этому не готов. Да я таких сильных заклинаний еще даже не знаю, не умею, чтобы использовать против вот такой башни-то снежной огромной. Че мы с ним-то делать будем, а? Ты здесь маг в этом городе, или я здесь маг в этом городе? Ну, как бы я уже тоже, да, но ты главнее, чем я. Предлагай, мы так просто вот это все оставить 100% не можем. Вот, да я тут ужин хотел приготовить. Давай ты голема убей, а я нам пончики приготовлю. Пердончики, а не пончики. Ты мужик или кто? Я не могу понять. Может, ты своей вот этой Веронике Чики, ну вот, вот этой рыжей бабе Чиксе, вот это, может, ты и докажешь все же то, что ты мужик настоящий, а не баба, которая на кухне пончики будет, пердончики готовить, а? Все, все, пошли. Палочку в руку взял, быстро достал свою палочку. Я вот тоже свою палку достал. Все, давай, пошли, только тихо. Где этот голем-то? Шурик, он как раз-таки возле дома Вероники Чики, вот это, он сейчас и мою Анютку заморозит, не дай бог, и твою лошадку, еще вот эту лошадку Вероники убьет. Шурик, надо ее срочно спасать, короче, готовь свое лучшее заклинание, и давай с двух сторон мы его будем кокать, я уверен, что мы справимся, если вдвоем на него нападем. Давай, Шурик, ударь его чем-то, самым сильным заклинанием. Шурик! Мне кажется, мы его только разозлили-то! Текай оттуда, нафиг! Так, вот сейчас весь наш план вышел из-под контроля. У тебя есть какой-то другой план? Вот у меня нет никакого другого плана, это был мой единственный план. Так, ну давай тогда попробуем его закокать. Я надеюсь, что хотя бы... Вот это моя новая палочка его сможет убить, кстати. Мое вот это заклинание очень хорошо его отбрасывает. Он меня заморозил, Шурик! Давай ты его сзади, или я его сзади. Давай кто-то спереди, кто-то сзади, кто-то сверху, кто-то сбоку на него набрасывайся. Он, короче, очень медленный, ну как бы он ледяной, снежный, конечно, он медленный. У нас есть огромное преимущество. Шурик, со всех сторон, вали его, давай! Может, все же заклинание феечки Винкс мне поможет? Только вместе мы сильные! Мы феечки Винкс! Дичь какая-то, не заклинание, я его нафиг удалю со своей памяти, чтобы не помнить-то его. Шурик, что ты за мной-то бегаешь? С двух сторон его надо окружить, чтобы кто-то спереди его убил, кто-то сзади. Очень сильно сомневаюсь, что мы, Шурик, с ним сможем справиться. Ты смотри, какой он огромный. На! Не! На! Он меня морозит этими своими снежками просто нереально. Как? Шурик, отвлекай его! Шурик! У вас даже заклинания друг на друга похожи. Так, ладно. Надо что-то придумать, надо что-то придумать, надо что-то придумать. Шурик, отвлекай его там, я за кузнецом и слаймом вниз туда спрыгну. Точно, тут же вот это бойцовский клуб, вот этот подпольный. Здесь 100% кто-то сможет помочь. Так, слайм барон, кузнец, здоровый, дрыг колотить. Здорово, я по тебе тоже сильно очень соскучился, короче. Мужики, там сверху, с этого проклятого леса, голем снежный пришел. Мы сейчас с Шуриком с ним еле как сражаемся. Он, походу, какой-то бессмертный, или магия ее вообще не берет. Помощь нужна, кто мне помочь-то может? Какой голем? Ты башкой стукнулся? Снежный голем сверху. Это, если мы его сейчас не убьем, это он тебе по башке стукнет. Хорошая шутка! Во! Кузнец, ты конченый или как? Я что-то не понимаю. Или мама тебя в детстве реально, я стукнула куда-то, уронила. Голем снежный сверху. Шурик с ним там бьется. Я очень сильно сомневаюсь, что Шурик смог выжить за это время, пока я здесь с вами разговариваю. Вы быстрее можете соображать или нет? Шурик там орёт, как резанный. Помогите, пожалуйста, кто-то из...
Вы что, реально, вы не верите мне, то, что там галя... Да идите вы нафиг, ядрить-то колотить. Вот это магия называю. Я в этом городе четвертый день-то нахожусь. Шурик! На! Так, нет, так мы точно не справимся. Его заклинания вообще не берут. Я свою палочку уже наполовину сломал. Я до сих пор не знаю, как палочку-то чинить. Отвлекай его, я сейчас за Вероникой сбегаю. Она нам 100% должна помочь. Вероника, Вероника, открой, пожалуйста, дверь, если ты сейчас так же будешь полчаса дверь открывать. Ты научишься дверь в этой жизни открывать или нет? Я тебе тут трезвоню пятый раз. Снежный голем в городе, снежный голем пришел из проклятого леса. Что произошло? У тебя реакция заторможена или что? Я тебе говорю, голем проклятый, снежный из проклятого леса пришел. Иди сюда, иди сюда. Господи, помогите! Ну ты, короче, видишь. Снежный голем из снежного проклятого леса пришел. Помощь Шурику нужна, и мне тоже! Он, наверное, с севера пришел. Снежный голем с севера. Да ладно! Вот если бы он с юга пришел, вот тогда бы я удивился. Конечно, на севере же холодно, что ты за дичь-то такую несешь? Пошли! Пошли! Шурик! Убегай нафиг! Чего за дичь? Это всего лишь, ребят, это четвертая серия магии. Я на такое не рассчитывал, то, что такое будет в городе-то происходить. Шурик, ты что там на меня-то бежишь? Вероника, мы его отвлекаем, ты сзади его бей! Его вообще просто никакая магия не берет! Вероника, бей его сзади, бей! Не, ребята, походу с этим боссом мы сегодня вряд ли сможем справиться. Надо что-то думать, надо что-то решать! Шурик, ты отходи! Шурик! Ты что там встал? Ты что испугался? Земля ему пуховик, как говорится, то вот такое я точно не ожидал. Вероника, отвлекайте его там! Надо придумать план, надо придумать план. Шуру просто столкнули! Сейчас я посмотрю, где там Шура, жив вообще или... Шурик! Он лежит там, он смог выплыть. Так, план. Какой план-то придумать? Его магия не берет вообще никакая. Ни молния, ни вот этой, даже феечки Винкс его не берут. Ничего его не берет. Что, может его в воду столкнуть? Хотя нет, он же ледяной, вода его, он воду заморозит. Отвлекайте его, Вероника, отвлекайте. Что с ним может это сделать? Я-то не могу понять. Наковальня. Если его магия не берет, может его возьмет то, чтобы я ему кучей железа по башке стукнул? Как раз таки Шурик меня до этой серии учил новому приему, новому заклинанию. Апсиракулус Жапакус. Или Жапакулус. Ну, короче, Апсиракулус Жапакулус. Вероника! Сюда подойди быстро! Сюда подойди, да не бей ты его, это бесполезно! У меня план небольшой появился. На счет раз, два, три оббегаем его и бежим в другую сторону. Вот туда, до самого конца, и потом я тебе объясню план. Сейчас, давай. Раз, два, три! Я справа, ты слева, оббегай его! Если магия его не берет, то 120-килограммовая наковальня по башке 100% кого захочешь кокнет, пока он сюда идет, короче. Видишь эту наковальню сверху? Меня Шурик обучал новому заклинанию. Ты сейчас замани его на мост, пока он будет тебе идти, я постараюсь эту наковальню сбросить ему прям на башку. Только мне нужно как-то вот этот блок сломать под наковальней. Все понятно, нет? Так, давай, он сейчас подходит. Беги на мост! За ней беги! Так, как меня учил Шурик? Апсиракулус, Жапакулус, бедная Анюта, что с тобой сделал вот этот голем? Абдристакулус! Жапакулус! Стоп. Это что с него еще и выпало? Ледяной кристалл. Огромный магический кристалл.
Кольцо заморозки. Существа, которые умирают от ледяных ударов, взрываются. Вероника, я много боссов в своей жизни убивал в различных играх, но это был один из самых сложных. Мы убили снежного голема с тобой! Ну и Шуриком. Шурик! Мы справились. Мы молодцы. Шурик, он же там без сознания-то лежит уже сколько времени. Шурик, скажи, что ты просто без сознания лежишь. Вероника, если ты можешь, вылечи его там или что-то сделай с ним, разморозь-то его, пожалуйста. Отойди, я постараюсь ему помочь. Это заклинание лечения? Шурик, вставай! Подъем! Ха-ха! Он жив! Ты жив, собака-то такая! Ой, извини, чё? Где я? Мне такой страшный сон приснился. Там был голем какой-то. Шурик, это не сон, это реально снежный голем был. Ты смотри, у тебя живот до сих пор отмороженный. Из тебя вот эти пырики-пупырики-пырики-пузырики до сих пор идут ледяные. Да? И чё, как? А, ну так мы его кокнули. Ну, я... если быть точнее. Вот, с него смотри, магические кристаллы всякие навыпадали. Это моё. Вот, и кольцо какое-то выпало, да. Ну и без Вероники я бы тоже вряд ли справился. Ты спас меня. Это тебе спасибо. Да, ну немного, да, смекалку проявил. Мы его вот этим, наковальней его кокнули. Шурик, даже не магией. Вот, ты новичок в магии, но ты уже смог убить снежного голема. Ой, да все, хватит вот этой лести. Ну, смог и смог, ну чё с этого-то взять? Ты по-настоящему герой. Ну все, я хочу тебе кое-что дать. Приходи ко мне домой, когда будет время. Ну, вот так вот как-то, Шурик. Снежного голема уже закокошил в 4-й серии магии-то, а? И чё, вы сейчас мутите с ней? Да ты... Шурик, да как ты подумать-то такое мог? Нет! Я просто ее спас у снежного голема, все! Это все, что было! Но я же видел! Вы мутите! Клеитесь друг к другу! Шурик, упаси Господь! Да ты мой лучший друг! Да я знаю то, что она тебе нравится! Ты думаешь, я у тебя Веронику чайку водить буду, Шурик! Шурик! Ну чё ты-то обижаешься? Ну ей-богу, ну всё ж нормально, да мы голема в этой серии убили, чтобы ты понимал, снежного вот этой вот священной наковальней. Шура! Ну подойди ты сюда! Где этот снежный голем? Я его на кусочки разорву! Кузнец, мы его убили уже минут как 5 назад, вот этой вот священной наковальней. Все, голема больше нет. Спасибо за помощь огромное. Я вам не верю! Он где-то спрятался, и я его сейчас найду. Мозги себе лучше найди, мы убили уже Просто неадекватный. Ладно, Шурик. Пойдем к Веронике, я тебе все объясню. Вероника тем более сказала, чтобы мы к ней домой зашли. Пошли, давай. Лошадь, убери отсюда, чуть лошадь здесь забыла. Голема, наверное, испугалась. Вероника! Здравствуйте, вот мы пришли с Шуриком, как вы сказали. Я приглашала только тебя, не вас двоих. Да, он... Да, Шура! Шура, да она шутит, вы же шутите. Да, он за компанию со мной, Шура, иди сюда. Да подойди ты, давай заходи внутрь. Чё вы-то так грубо-то с ним обращаетесь? Давай. Вот, ну, вы сказали то, что вы мне дать что-то хотите. Подождите здесь. Сейчас нам даст что-то Шурик. Лампочку, наверное, рабочую, я не знаю.
Ну, интересно, кстати. Ну, да, не каждый день как бы жизни людям спасаешь, да? Я хочу подарить тебе яйцо за мое спасение. Первый раз в жизни мне девушка свое яйцо дарит. Ну, ладно. Яйцо дракона. Я нашла его в заброшенной шахте. И отдаю тебе его за свое спасение. Яйцо дракона? Шурик, у меня яйцо дракона сейчас есть! Я тебя поздравляю! А у меня два есть! Чё? Что у тебя два есть? У тебя два яйца есть или два яйца дракона есть? Или куриные в холод... Ничего не понял. Может, по кружечке чая? Ну, кстати, можно. А то мой уже закончился. Давайте, заваривайте. Главное, конечно, чтобы Шура не узнал. А то тогда точно на меня обидится. Ладно, давайте быстренько.